В Устравной столице проходит общероссийский форум, посвященный организации и безопасности дорожного движения. В нем принимают участие представители федеральных министерств и ведомств, региональные власти, органы местного самоуправления. 2 года назад в областном центре началась масштабная транспортная реформа. Она охватила самые разные направления. Так, например, закупили 168 автобусов на экологически чистом топливе, обновлена маршрутная сеть, установлено 70 дополнительных остановочных пунктов. 27 перекрестков у нас из почти 100 оснащено системой адаптивного регулирования с помощью адаптивных петель. В рамках форума запланированы выездные практические сессии. Кроме того, гости посетят ТПУ «Привокзальный», созданный для интеграции автобусов в систему железнодорожного транспорта, и ознакомятся с деятельностью Центра управления городской мобильностью.